Хорошо, когда он вот так нажимаешь, отпустил, то что вот его можно просто вот поставить в эту точку и нажал и пошел. Если бы он тарахтел, ду-ду-ду-ду-ду бил, то получается, что его надо туда еще умудриться попасть, потому что он набьет. А так опять же я ставлю в ту же точку. Ну тут еще, конечно, его хорошо бы вообще дать вот профессиональному гравёру, который это, ну, они дело в том, что меня, да. Они дело в том, что вот я с ювелиром как-то разговаривал, говорит, да мне проще, наверное, таким. Надо просто показать, как это работает, тогда, я думаю, человек будет сильно заинтересован в такой вещи. Вообще вещь классная. В отличие, если брать вот таким штифелем и давить, там руки отвалятся от этой работы. Вот эта штучка упрощает работу, просто, ну, усилия меньше, да, там гудит компрессор и так далее, но сам по себе инструмент не дает напряжения на руки, на суставы и так далее. Это вот мое личное мнение. Потому что в свое время я когда пневмостамеску себе сделал. Вот, нажал, она работает. Регулировка. Ну, регулировка тут еще пока надо ее разрабатывать, чтобы она будет. Сказать, что сильно нет.